Приходит к проктологу молодой человек с очень-очень маленьким достоинством в 5 сантиметров. Я говорю, я вас сразу, доктор, предупреждаю, не смейтесь. Ну, значит, он выкладывает свое маленькое хозяйство. Доктор не смеется. И говорит, спасибо, я не курю. Нет. Он говорит, извините, а в чем проблема? У вас нормально, ну как, ну, 5 сантиметров, я не смеюсь. Доктор, он опух.